октября на Красной площади выстречало 40-летие Великого гарнизона, готовые к параду в честь славного юбилея. Никогда еще Красная площадь не видела столько зарубежных гостей. На празднование в Москву прибыли делегации из социалистических стран, в том числе Китайской Народной Республики, Венгрии, Польши, Чехословакии, Монголии, Югославии. Делегации коммунистических и рабочих партий из капиталистических стран Англии, Канады, Федеративной Республики Германии, Италии, Индии, Индонезии, Японии и многих других государств. Перед началом парада руководители Коммунистической партии Советского правительства вместе с руководителями и членами зарубежных делегаций из Кремля направляются к трибуне Мавзолея. Солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, трудящиеся Советского Союза, наши уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Советского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза приветствую и поздравляю вас с 40-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Отметив, что 40-летие Великого Октября советский народ встречает огромными достижениями во всех областях народного хозяйства и культуры, товарищ Малиновский подчеркнул далее, что агрессивные силы империалистических стран проводят политику, направленную на обострение международной напряженности. Советский Союз, проводя политику мира, в то же время повышает могущество своих вооруженных сил. Советские вооруженные силы, созданные и воспитанные коммунистической партией, в настоящее время сильны как никогда. Они способны сокрушить любого агрессора, если он посягнет на нашу родину. Воины советской армии и флота, тесно сплоченные вокруг родной коммунистической партии, ее Ленинского центрального комитета, и впредь будут с честью оправдывать доверие своего народа, зорко и непоколебимо стоять на страже завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Да здравствует 40-я годовщина Великого Октября! Да здравствует наша могучая социалистическая Родина! Да здравствует героический советский народ и его вооруженные силы! Слава Коммунистической партии Советского Союза, мудрому вождю и учителю советского народа, строящего коммунизм! Ура!
На параде были показаны образцы нового вида артиллерийского вооружения, основанного на принципе использования реактивной силы. На вооружении советской армии имеются ракеты как ближнего, так и дальнего действия. Советская армия, беспредельно преданная коммунистической партии, надежно оберегает мирный труд советского народа, борца коммунизма. Военный парад завершился прохождением сводного духового оркестра в составе 1000 музыкантов. И вот фанфаристы возвещают о начале праздничного шествия трудящихся столицы. Его открывают спортсмены. Площади гимнасты общества «Трудовые резервы». Колонной в виде ромба проходят студенты Института физической культуры имени Сталина. Спортсмены добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Физкультурники профсоюзов проносят скульптурную композицию, отображающую приезд великого Ленина в Петроград. А вот и самые юные участники праздника. Вступают знаменосцы. Они открывают шествие колонн демонстрантов. К торжественному дню 40-летия советской власти, к замечательным достижениям в строительстве коммунизма, советский народ привела героическая коммунистическая партия, созданная Лениным. Советская страна – могучая индустриально-колхозная держава с высоко развитой культурой, передовой наукой и техникой.
Советские люди непреклонны в своем стремлении к миру и дружбе со всеми народами. Приветствовали дорогих гостей, прибывших в советскую столицу из многих стран мира. Единство и сплоченность советского народа вокруг своей родной коммунистической партии и советского правительства. Уверенной поступью в расцвете своих творческих сил идет наша Родина по пути к коммунизму.